Как писал «Кавказский узел», 28 апреля стороны Карабахского конфликта заявили об обстрелах мирных жителей прифронтовых сел. По данным азербайджанской стороны, в Агдамском районе был убит один местный житель, еще 8 человек получили ранения. В нашем селе полностью разрушено около 10 домов, еще несколько повреждены. Сразу несколько снарядов упали возле нашего двора. Мы выводили детей из дома, тогда и попал в меня осколок. Позднее появилась информация, что еще один житель азербайджанского села Чеменли умер в больнице. Согласно данным властей Азербайджана, повреждены или полностью разрушены более 70 домов, нанесен серьезный ущерб хозяйствам. Больше всего снарядов, около 50, попали в село Чеменли. Оставшиеся без крова жители поселились у родственников, и в ближайшие дни начнется восстановление жилья за государственный счет, сообщили в исполнительной власти Агдамского района. В результате артобстрела дом, развалины которого вы видите, был полностью разрушен и сгорел. Обстрел начался 27 апреля около 10-11 часов вечера и продолжался это до 6 утра. На наше село упало около 100 снарядов. Потом, после осмотра, нам сказали, что некоторые снаряды были запрещенного характера. Такие нельзя использовать. В нашем селе повреждены 87 домов. 7 домов полностью разрушены, вот как этот дом, который вы видите. Другие дома тоже пострадали. Отметим, что армянская сторона также заявляет об обстрелах своих населенных пунктов в зоне конфликта. 28 апреля Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле села Мадагис, а ранее города Мартакерта. Также о ночных бомбежках сообщили жители села Ныркина-Ратах Мартакертского района Нагорного Карабаха.